произнести, ну, и вообще характер шутку роли. И симпровизировать, и породить шутку, это ведь разные вещи. Естественно, в КВН не было импровизации практически никогда, только если мы сейчас говорим о КВН. Импровизации. Ну, конечно, там только была разминка, и это была импровизация. Все. Мне казалось, что в том КВН, в котором, ну, вы начинали, вот, ну, в КВН вы того сейчас образца. 60-е имеете в виду? Ну, нет, я имею в виду тот КВН, который, ну, там, я, условно говоря, смотрел, в котором вы начинали. То есть это был, на самом деле, КВН импровизации, мне казалось. Вы знаете, два было конкурса, которые были полностью импровизацией на сцене. Это был конкурс «Разминка», когда команды задавали друг другу вопросы. И был конкурс «Капитанский», тоже импровизационный, но он ушел достаточно быстро, его не было. А остальное все были, разумеется, отрепетированные и подготовленные номера. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».